Всем привет! Сегодня поговорим о клубнике, точнее о вредителе клубники. Я уже рассказывала, как я после того, как клубнику открываю, ее подкармливаю. Это была азофоска. Теперь расскажу, как я борюсь с вредителями. Как только я открыла, сняла укрывной материал с клубники, я обдаю ее кипятком. Да, крутым кипятком. Это ничего страшного. Такая шоковая терапия очень хорошо помогает от клеща и от всех вредителей, которые любят лакомиться нашей клубникой. Порой мы зачастую видим, что цветет она очень хорошо, вроде столько цветов, должно быть столько ягод, но частично ягод нет. Да, дорогие мои, это клещи. Эти самые вредители, которых вывести с клубники очень трудно. Вот третий год я уже провожу такую шоковую терапию. Клубника очень хорошо нарастает, наращивает свою массу, и она не то, что прям вот все ее облили кипятком, она больше не вырастет. Нет, клеща стало намного больше, урожай стал намного лучше. Сейчас я ее обрабатывала препаратом Абиго Пик, потому что посмотрела, некоторые листочки были в пятнышках, которые вылезли молодые. Это какое-то грибковое заболевание. Обрабатываю я ее препаратом Абиго Пик. Очень нравится он мне. Инструкции по тому, как его разводить, есть внутри, можете воспользоваться. Очень советую этот фунгицид. Он от грибков очень большого спектра действия. Я и с розами работаю с ним, и вообще хорошо он для черешни, для всех вот этих болезней, которые, ну, наверное, сейчас очень актуальны. Очень много, со многими грибами он борется, и в том числе на клубнике я его тоже применяю. Очень хорошо себя зарекомендовал. Поэтому я вам всем советую. Вот сейчас как раз я занимаюсь тем, что проливаю розетки, именно опрыскиваю насосом именно розетки. Не так меня волнуют листья, потому что, возможно, эти листья новые я оборву. Они немножечко подмерзли, потому что было очень холодно эти ночи. Саму розетку. Именно саму розетку опрыскивать, чтобы именно попало на, вовнутрь туда куста. Ну, наверное, вот так вот борюсь со всеми вредителями моей клубники. Всем пока. Спасибо.